отвечай! Почему я ты не помнишь? Я не знаю. Дай ты мне хоть сообразить. Ох, ты даже не пытаешься. Женщина, я без понятия. О, черт, вот ты можешь думать побыстрее? Это что еще? Ух, какой же странный кошмар. А, пора завязывать с бухлом. Так, как я здесь оказался? Разорвать петлю. Бред какой-то. Нет, не глюки. Я это вижу, охренеть. Кто? Кто ты? Кто я? Меня зовут? Да твою ж мать, как меня зовут-то? Ну, конечно. Ну что, вроде знакомо. Я тут жил. Вот это стрёмно. Блестит. Странное чувство. Черный риф. Гребаный остров. Это я вроде сам сделал. Не знаю я никакого кода! Эй! Эй! Что за... Кольт?
Меня зовут Кольт? Похоже на правду. Какой из меня Кольт? Ладно, понял. Будем искать код. А, блин, ледяная! Черт, это она. Кольт хочет разорвать петлю и нарушить верность программе ЭОН. Ну что, протокол вступает в силу. Защищайте идеологов. Убейте Кольта. Продуктивного вам дня. Похоже, плохи мои дела. Не успокоюсь, нет! Когда я был мальчишкой, носил я брюки-клёш, соломенную шляпу и в кармане нож. Дамы и господа, Фрэнк Спа... Ого! Он исчез! Вот это я ловкий. Как будто я уже это делал. Сейчас не надо. Черт! Почему не могу вспомнить?
этом. Обещали бесконечное веселье, а тут холод собачий. Сейчас бы пострелять. Или занюхнуть. Мое сердце всегда было здесь. Тише. Может, ты услышишь. Там, кажется, кто-то есть. Не замехнуть. Мое сердце всегда было здесь. Пришло приглашение, а мне вот ни хрена. Вот там вся история, сколько вляжется. Стоп! Не в то время, не в том месте! Пока не склеим ласты. Такая вечность для меня. Да, пожалуй, можно и встретиться. Я сообщу. Когда подписывался чек со всеми нулями, мне другое обещали. Алло, алло. Этих идиотов. Я... Джулиана, вдруг ты уже забыл? Слушай, что было прошлой ночью, я помню. Плохо, но может ты мне... Стоп, что? Что ты сказал? Мы же с тобой знакомы. Я ведь тебя знаю. Да, наконец-то вернулся. Скажи, что именно ты обо мне помнишь? Ну... Все очень смутно. Скажи, что ты помнишь? Что я Кольт? Обо мне! Ты зачем-то хочешь меня убить? Я должен знать какой-то код, но я не знаю еще. Ты это хочешь петля. Разорвать петлю, да? Да, думаю, да. Слушай, не захочешь разорвать петлю, буду тебя убивать самыми мучительными способами, день за днем, чтобы передумать. Ладно, разорву я твою петлю, и уж прости, если тебя выбесил. Слышишь? Ты этого ни разу не говорил. Ты моя бывшая? Короче, иди в библиотеку. Это важно. Ладно, я в библиотеке. Только запомни, рычаг не трогай. Что? Чего? Алло! Черт. Ладно, подергаю рычаг. О, черт! Оу,
Ну вот все у тебя, как всегда, хоть раз. Разочек, попробуй сделать так, чтобы стало интересно. Это что Парнезис? За хрень? О, вот ты как, значит. Вечно я тебя жалею, неблагодарная ты скотина. Но... В этот раз я тебя отпущу. Точно, бывшая. Зачем ты это делаешь? Что я тебе сделал? А, так ты не помнишь. А как же кот? Его-то вспомнил? Не знаю, я кот. Была не была. Я глазам не верю! Ты кто? Слушай! Я? Эти надписи на черном рифе твои! Ты знаешь код! Это как понять-то? Алло, ты живой? Ну чё, вытаскивай! Ну ты тяжелый! Открытка, придурок! Ты написал код на открытке с черного рифа! Ты понимаешь? Ладно. Стой! Сейчас я тебя сброшу! Стой, погоди! Какого хрена? Нет!